Карай Чыкыр – студент из Турции, в Самаре живет месяц. Приехал по культурному обмену, учиться на переводчика русского языка. В выходные выбрался на квест-экскурсию «Речные истории». Карай говорит, в Самаре его больше всего поразил исторический центр, и ему захотелось узнать больше о городе. Я это выучил, что такое якорь, и еще некоторые слова там научился, когда Самара родилась. Исторический квест придумали сотрудники Департамента экономического развития Самары. Местом для проведения экскурсии выбрали живописную Волжскую набережную, ее историческую часть. Формат приключенческий. Участникам предлагают проверить свою эрудицию, ответить на загадки и вопросы, связанные с историей города. Основная нить рассказа – Волга и речные путешествия. Он нацелен на то, чтобы в формате игры и экскурсии жители города узнавали новые факты о нашем городе. Будут специальные задания, будут специальные информационные карты и буклеты для того, чтобы посредством загадывания загадок, каких-то заданий гости наши проходили экскурсию, проживали и узнавали новые факты о нашем городе. Потому что у нас самые длинные набережные, самые красивые набережные, потому что объекты, которые расположены и украшают нашу набережную, очень интересны, и нужно знать их историю. Я считаю, что я много знаю о Самаре, но обновить и улучшить качество своих знаний никогда не помешает. Организаторы говорят, проведением одного квеста дело не ограничится. История Самары хранит в себе еще множество интересных сюжетов. Никита Борисов, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События.